немного кашу поесть. Я, Александр Алёнин, третий день репетиции. Тоже ноту заеду, играю, пока мне дадут возможность. Затем поеду в сад. Помогать бабушке. Чтобы видно было гитару, правильно я там ставлю пальцы, потому что я уже неправильно. О, вкусно. Сейчас начну играть, сейчас на нашу.
почему-то легче мизинец, безымянный сначала ставить, а потом указать ему. Если честно. Я не знаю, правильно это или нет. Напишите там. Сам не лучше себе зарабатывать денег и все чем. Оставлю сначала безымянный, потом указать. Это я на ощупь. Шестая. Почти. Привыкать играть вслепую, потому что у меня зрение используется зрение. Я не играю в комп, но у меня около дистрофии сидят, как бы глаз сухая. Если посмотрите в гугле. Что мне придется играть в вслепую в будущем. Сверху.
обидное. Ошибиться и неправильно сейчас играть. Сейчас вслепую найду. Вот шестая, вот пятая, четвертая. Thank you.
работал. Он был в Одессе сейчас. Ну, записывается, не знаю, видно. Надо поближе как-нибудь поставить. Лад, мизинец, безымянный, средний палец. Здесь примерно лад на ощупь. Давай. Смотреть на мои дрящавые, волосатые, красные ноги. Главное, чтобы видно было. Сейчас. Да, все равно ты не смотришь, кроме. Главное, чтобы видно было. И... Ну, просто поближе к нему. Thank you.
Я надеюсь. Если ему видно. Сейчас я сниму очки. Слепую. Снимает. Следующий лад. Лад сейчас заново. Шестой, шестая струна, пятая, четвертая, второй лад. Следующий лад переводим. Палец, средний палец. В свободном полете. А это как можно дальше. Здесь получится. Да, он бежит постоянно. Главное, четвертая, пятая.
Представляем третий лад. Эти два. Так. Эти два. Затем здесь. Вот здесь. Идеально получилось. Слепую получилось. Почти. Вот это надо было, да? А дальше все нормально. Пальцы, по идее, должны остаться здесь. Пусть сделай все полегче. Следующий. Сейчас я просто экспериментирую как можно быстрее. Знаете, если вы видите в фильмах любых западных, отечественных, где люди любой расы конфликтуют друг с другом и устраивают друг с другом, ну, причиняют друг другу вещи, мужчины. Женщины там никогда друг другу ничего не причиняют. То знаете, что это пропагандистские фильмы, направленные на уничтожение мужчин. Мы так не должны себя вести мужчины, как нам показано. Они не должны ругаться. Вот я смотрел фильм, где молодой типа орёт на старшего брата, и мне тоже что-то захотелось так же, типа. Мне казалось, что вот телевизор, ну это давным-давно было в детстве, что
телевизор он показывает, как нужно правильно себя вести там, типа. А на самом деле он показывает, как нужно неправильно себя вести, как выгодно этим властимущим. И выгодно, чтобы мужчины раздор устраивали, были истеричными. Понимаешь, они прививают это поведение. Не надо так, прошу тебя. Нас скоро не останется. Государство это выгодно, я могу обосновать тебе, почему. Если видишь бедного мужчину, у которого нет денег, там, которого жена бросила, помоги ему. Если видишь кота, кошку, помоги ему. Где мне удобно стоять? Не извините, безымянно, но я слепую не могу поставить. Здесь правильно. Да, почти правильно. Что 30 минут я уже занимаюсь нормально, кстати, не устал еще. Ну, вообще пофиг, можете там смотреть. Я могу вообще полностью раздеться, если надо, мне пофиг. Какая разница, что мне не интересно. Да, смотрите, у меня стрёмные колени, да, смейтесь, да, как в первом классе, как в третьем классе, там, в садике даже не смеялись. А в садике у меня были очень худые колени, и упирающие, я вам могу фотку скинуть. Так пофиг мне вообще, ваше мнение. Я все равно буду слепым уже скоро. Девушка бросает тебя через 3 года, это статистические данные, выявленные психологами. Так что заранее понимай флуоксетин, заранее иди к врачу, готовься, иначе ты будешь плакать. Если ты нормальный человек, который не меняет девушек в перчатке, ты будешь плакать всю жизнь потом. Я тебе говорю, просто не будешь это показывать на видео, я тебе показываю, ты будешь плакать. Я тебе говорю, совет выдаю. Начинай уже заранее встречаясь с девушкой, если ты порядочный парень, принимать, ну, обратись к врачу и скажи, что вот, когда меня девушка бросит, статистические данные говорят, что через 3 года максимум, потому что я ей надоем. Ну, что современный мир. Не будем говорить о 19 веке. Скажи, вы можете мне выписать заранее накопительного действия антидепрессанта, что когда она меня бросит, я сильно, не сильно, чтобы я не выбросился в окно, там, не спился, не пошел, не бился, не попал в тюрьму, нейролептики выпишите мне. В хорошем смысле. Либо ты можешь сам нейролептики, Тироледжен, например, купить, хотя я ненавижу эту компанию Тироледжен, Флокси, ой. Валенту, фарм ненавижу, что она повышает цену, снижает качество. На половине аптек в России ты можешь купить ее в
без рецепта, 50 таблеток, 5 миллиграмм, ну, желательно, как можно больше миллиграмм, но могут быть побочки, смотрите там. С другими мужчинами в России потенциально, тем более, да вообще в России ты не объединишься. Здесь мужчины настроили друг против друга. Они наоборот посмеются над тобой, потому что их настроило телевидение, СМИ, государство и прочее. А государству выгодно, что мужчины друг друга набили, они объединяются. Правительство. Меня забил один добрый человек, так сказать, как бы помягче сказать, цыганского поведения, традиций. 10 лет назад, и у меня макулодистрофия сейчас в глаз. Но если бы у меня не было близорукости сильной от его ударов, у меня бы не было, то есть влияния в глаза, у меня была сильная близорукость. Он еще посмеялся надо мной, когда я кончился болен. У меня просто длинные волосы были, он презирал. И все, он как бы нормально ко мне относится. Избил, все, злость выплеснул. Все. Такая жизнь. Спасибо тебе, добрый человек. Можешь смеяться над моей грустью. Ты же не сочувствуешь. Сочувствие — это что ты собаков. Правильно дело. Привет, я вообще не знаю, как писать, нет. Привет, я что я неправильно могу. Вот. Вот. Вот должно быть так. Стоп, не так. Да. Thank you.
парсит, уже кисть привыкла вот так. Если честно признаюсь, какие мне мысли приходят без нейролептиков. Когда меня избил добрый человек 25 мая, я сам виноват был, да. Конечно же, я виноват. Он сбивал там до этого не только меня. Я не буду говорить кого. Пусть вы его уважаете. Пусть уважаете его, да. Он избивал не только меня. И затем меня избили менты 7 июня, когда я пришел. Когда мне сказали прийти настойчиво. Я даже слова им плохого не сказал. На вы говорил. Они издевались надо мной. Из третьего жека есть фотографии их, есть. ВКонтакте есть подтверждение, что это они на двери там написаны и фото их еще. У меня было такое тяжелое состояние, я даже когда в бане просто лежал, чувствовал напряжение, и... а потом у меня начались, а еще плюс у меня не было друзей. Подруг, никого. Я как в одиночной камере. Сейчас слово записываю. Да? Я как в одиночной камере, короче, был. Знаешь, если ты посчитаешь, что чувствуют заключенные в одиночной камере, в Америке, например, они чувствуют фобии на звуки, они чувствуют руминацию, непрерывно повторяющуюся без их воли мстительные мысли. Мысли мстительного характера, буквально так написано. Но это может быть не только это. Тогда я обратился к врачу, потому что я мог совершить преступление и сесть в тюрьму. Я знал, где он живет, там все такое. У меня был. Я был словно бесом, весь поглощен желанием отомстить. Так, чтобы он никогда не видел ничего, не слышал. Это он сам меня, кстати, научил. Он говорил мне, что так нужно относиться к девушке. Он говорил, не будем говорить. Короче, это все было подчеркнуто с его слов. Короче, лишить зрения, слуха, языка и... это его метод, его мысли были. Ну, я не осуждаю, потому что, как говорил Жак Фреско, каждый просто офигевает от этого мира, из доброго человека становится злым. Меня эти мысли съедали, потом я обратился к врачу, долго искал врача, здесь в Красноярске очень сложно найти. Повезло, что я не сел в тюрьму, повезло, что я... ничего такого не сделал. Еще о Федоровой думал, о Федоровой. Не будем говорить, что я не думал, потому что сразу могут проблемы быть. Я ее увидел как-то. Я такой человек, что я не импульсивный, я сразу не начинаю что-то делать. Вязчивые мысли. И вот потом я стал принимать нейролептик и флуоксетин. И мне стало легче.
гораздо, я стал заниматься творчеством. Вместо мысли о мучении. Руминация называется. Можете меня осуждать, я говорю, так есть. Потом, через очень длительное время, у меня опять были эти мысли, еще усиленные. И вообще, я изменился. Врач, кстати, записал там, что у меня получил травму губ головы. Это могло повлиять на мою психику. У меня были некоторые преступные мысли. Можете меня как компромат использовать, осуждать. Значит, вы пережили то же, что и я, вы бы не знаю, что бы с вами было. Я просто привык по жизни быть ничтожеством. А эти менты забрали у меня. Я расскажу, у меня была отвертка, но она не была заостренной, заточенной, где вот зэки. Просто мне один зэк угрожал, что отвертку мне воткнет. Я поэтому с тех пор носил отвертку на всякий случай. Но она хлипкая была. Баллончик. Но я его так и не применил. Короче, менты у меня все забрали. Я ходил безоружный. Я был одинок, как обычно. Потом меня бросила девушка. Потом я с тех пор и потом я еле как нашел врача, обратился. Он стал мне выписывать разные лекарства, которых у меня сильные побочки были, которые очень дорогие были. Теперь я принимаю нейролептик, тирабиджен, но его у меня сейчас уже давно нет, поэтому у меня мысли начинают по утрам, например, рано утром, плохие. Когда я просто просыпаюсь, знаешь, я это называл сонный паралич, когда ты ложишься, и у тебя мысли, вот руминация начинается, и ты не можешь ничего с этим поделать. Жак Фреско говорил, что нет психопатов, есть одинокие люди, которым не с кем поговорить. Не с кем разделить. Он живет в самом себе. А в России это особенно актуально. Думаю, здесь широкая душа, она к другим странам. Олигархи широкие, эти Путин широк душой к другим странам, еще к каким-то к русскому народу, он не широк душой. Пошла. Короче, я тебе признался открыто. Миллион человек скажет, осудит меня, скажет, он преступник. А один человек посмотрит, что со мной произошло, если сходило, если поверит мне. У меня есть доказательства, кстати, косвенные, которые действительно доказывают, что все так было. Документы, конечно же, эти менты не отдадут. Все эти документы, которые подтверждают. Они вообще меня запугивали и говорили, уезжай из города лучше. Все скачали с моего телефона, удалили. Хочешь верь, хочешь не верь, но все равно. Сейчас я принимаю один флуоксетин, потому что у меня заканчивается. И все, с утра. А на ночь я принял много феназепама, чтобы уснуть, и то он не помогает. Он настолько некачественный. По 2,5 миллиграмма они там запихали. Просто устаревшее сырье там 10-летней давности ходили. Состолбили там откуда-то. Как делают хлеб у нас также летом. Знаешь, как хлеб делают? Там тараканы ползают, там мыши ползают, там все. Грязными руками делают. Есть документальный фильм, как в России делают хлеб. Хуже, чем пахом. Сейчас попробую продолжать. Я простил их всех. Когда я стал принимать лекарства, я простил их всех. Но когда у меня заканчиваются лекарства, я возвращаюсь к тому состоянию руминации, мысли. Понимаешь? Виноват? Я виноват, да. И когда у меня закончатся деньги, а государство не спонсирует, а государственные врачи издеваются над тобой, когда ты приходишь к ним, ставят тебе клеймо на всю жизнь, издеваются, посмеиваются над твоими проблемами. Горячки на это еще цветочки. Ну это так, не цветочки, это одна из бесов государственной системы психиатрии. Можешь верить, может нет, но главный врач
когда мне было 18-17, он просто юркнул в тень, заигрывая с медсестрой. Во-первых, харассмент на работе. Во-вторых, он юркнул, когда ему сказали, к вам человек нуждается в помощи. Он юркнул и убежал. И все. Жаль, я не заснял это на камеру, что я тогда не был таким. Как бы я заснял это, вы бы увидели и поверили бы мне. А сейчас вы не поверите мне, что он так может делать. Так что мне пофиг, вообще не хочу вам ничего доказывать. Да. Сейчас. Уже путаюсь, какие пальцы нужны, так? Да, так. Я вот сейчас ничего не вижу вообще. Я вижу, наверное, еще хуже зрение будет, я буду видеть, как инфернальные сущности видят. Или как ангелы там видят, наш мир нематериальный. Оттенки. Свет только, тьму, оттенки. И рисовать я буду точно тоже, как они видят. Надеяться буду только на то, что они станут моими проводниками. Забудь напомнить мне, как я стал зависимым от компьютерных игр. Я расскажу тебе подробно, механизм, как это делается. Хотя, правда, самому догадаться. Но я тебе расскажу более подробно. Надеюсь, это третий лад. Там будет четвертый, пятый, шестой. Ой, это третий лад, шестая сторона. Здесь правильно поставил. О, получилось. Вслепую получилось. Если я тебя вдохновляю, хоть пойми какую-то благодарность небольшую, морально вдохновляю, хоть, если хоть немного. Хотя бы не испытывай ко мне ненависть. Хотя бы как не знаю. Благодари меня как можешь, по-доброму, по-нормальному. А если хочешь, не благодари, просто смотри. Можешь смотреть, но все равно. Получилось второй раз уже. Так, я уже играю сколько? Сейчас проверю, за нас снимаю. О, час, нифига себе, я даже не заметил, как прошло. Наверное, с закрытыми глазами мне лучше играть. Потому что я скоро слепну из-за маковой дистрофии. Это же пока выложу сканы документов, можете угорать, там, знаешь, типа, шутки придумывать всякие.
английском языке, кстати, есть. На русском языке за разные годы наблюдения. Но пока, сейчас я уже не лечусь, потому что закрыли глазное отделение. Так что ваши налоги не идут на меня никак, не волнуйтесь. Наши налоги идут Сечину, а его налоги идут его женам, которые с ним развелись, и алименты с него берут миллионные. Так что ненавидьте меня, ведь я же во всем виноват. Правильно? Распните меня. Я отращу волосы, темновый венок надену. Можете меня распять. За Сечина, за Путина, за Жириновского, за всех. Нужно же кого-то в жертву принести. Нужно же кого-то ненавидеть. До них вы не можете добраться. Сейчас, нифига себе. Сразу слышу, что тут не так. А пока что можете получать энергию, смеясь надо мной, над тем, какой я жалок, я плачу. Я вообще не человек, я художник, я не имею права ни плакать, ни смеяться, ни злиться. Да. Да. Представлять себе в плохом свете, если у меня депрессия. Гордитесь собой, смотря. I love you. I like you, bro. I love you, girl. Палец опускаем. О, получилось. Третий раз уже получилось. Надеюсь. Да, получилось. Что я пробую новый способ. Сейчас я на втором уровне. Вытаскиваю.
правильно включено. Да. Медленно он смог найти. Часа. Он может внезапно вырубиться, кстати. Включенный на зарядку. Я фактически ничего не делал. Чувствую себя более-менее нормально. Наверное, так и надо мне. Пытаться очень мало. Я практически вообще ничего не делаю, как кофе и немножко этого от каши. Не самих злаков, а жижи вот этой от каши. Овсяной. Большая разница. Вижу, сколько здесь. Нормально. Надеюсь, она не вырубится. Хотя все время, когда я надеялся, она вырубалась. Так. Еще целый час играть надо. Закончится, сейчас скажу, сколько его у меня осталось. И все. Всего один, одна капсула, надо показать даже. Продолжать слепую. Всего третий день репетиции. Я пытаюсь слепую это сидеть с любовью, играть, просить подаяние. Пока позвоночник совсем не затрется, позвонки. Потом я сдохну. Так ничего не добившись. Ладно, не будем. Если получилось.
сейчас устал. Да, жаль, что у меня нет подруг. С другой стороны, есть такие рендер-блогеры, которые говорят, что их вообще не должно быть, если ты хочешь чем-то заниматься. И в классической литературе тоже это написано, кстати. Я читал некоторые. Вот совет группы Аскинг Александрии, когда у него стало много девушек, он потерял талант, перестал петь нормально, и все. Понимаешь? Это только один из миллиона примеров. Но я ничего не имею в виду против девушек, я гетеронормативный. Мне грустно вообще одному. Мне бы хотелось, чтобы у меня была подруга, которая бы просто не было бы истеричной, как в СНГ обычно. Европейки говорят о СНГ девушках, и сами русские россиянки, которые переехали в Европу, говорят, что в СНГ обычная семья — это жена истеричка, а муж запойный алкоголик. Конечно же, муж виноват. Кто же еще виноват? Каждая женщина дрессирует своего парня. Даже тайландка, которая, по идее, типа боготворит, она дрессирует тебя, как собаку. Ты это заметишь. Все одинаково, просто где-то разные методы. Да. Но я ничего не имею против этого. Я не возмущаюсь. Дрессирует от собак. Что в Красноярске одна в художественное училище говорила, что выдрессировала своего парня как собаку. Ну не как собаку, а просто выдрессировала. Ну дальше бы она сказала как собаку. Что в Таиланде. Ну, по крайней мере, они добро тоже делают. И они более культурные. Хотя я всего лишь россияне, туристы, кто я такой. Да, правильно. Посмотрел. Дальше не было. Я считаю, встал. Наверное, лучше мне сейчас порисовать. Трещит. Лучше мне 2 часа поиграть. Я буду сколько сейчас? Долго еще играть. Хотя бы 1.5 часа. Слепую.
третий зал, по-моему, вот этот. Давай, надеюсь, что правильно. Я сейчас должен вслепую разобраться, в чем ошибка, когда будет эффект. Это, по-моему, второй раз. Потому что я вообще все не понял. Я у меня там вместо пальцев, что вместо пальцев весело какое-то. Ну так, не до крови. Если мне мизинец сюда поставить, ну да, стринг на 1-2, вот сюда поставить. Это новый эксперимент, слепую. Получается, с закрытыми глазами мне удобнее. С закрытыми глазами мне удобнее, ну, в очках. Сейчас надену очки. Уже почти полтора часа, смотри, с открытыми глазами мне удобнее вот так просто ставлю. А потом сразу мизинец и безымянный, потом уже указательный ставлю. А с закрытыми глазами я так не могу найти интуитивно. Хотя можно тренироваться долго. Как это сделать? Если только ты какую-нибудь засечку делать просто. Но это бессмысленно, потому что придется все засечку делать. Я знаю, какое у меня лежит будущее. Ужасная боль в спине, прыщи раз. Разложится через 10 лет точно. Около дистрофия сухая, прогрессивная.
фиксирует непрерывно, даже когда я сплю. Поэтому что я могу делать? Хотя бы могу с закрытыми глазами учиться играть. Сейчас попробую с закрытыми глазами сразу попасть. Шестая, пятая, шестая. Ну-ка сейчас вот. Вот отсюда есть. Надо примерно знать, откуда. Даже нет никакого обозначения нигде, чтобы слепому. Раз, два. Ставим сюда. Нет. Раз. Раз, два. Три. Это ставим сюда. Это ставим сюда. Сейчас попробую. Сейчас его подсчитываю. Раз, два, три. Мизинец и безымянный сложно ставить правильно. Раза три я правильно считал. Раз, два, три. И третий отпускаем. Если правильно. Сейчас еще раз. Раз, два, три. Третий палец опускаем. Нет, держим пока. Ставим на четвертый лап, этот на третий. Средний палец опускаем. Я устаю, да, за почти полтора часа я уже устаю. Сейчас попробую еще раз. Вот если бы здесь сидела со мной девушка, думаешь, мне было бы комфортнее играть и быстрее в процессе? Знаешь, не все в мире так легко. Может быть ровно наоборот. Смотри, какая девушка. Не знаю, короче. Я не разбираюсь. Я все равно сам не умею играть. Есть. I'm alone. Правильно. I'm bleeding and I'm painter. Bleeding painter and I'm alone.
цепью. Хочу нарисовать себе на лице блидинг, блид. Ну, типа слепой художник, ну как и так и есть. Алоун. Седли. Сниму на качественный, на самый качественный за 16 карт аппарат. Выложу, можете угорать там. Ложнец, да. Ну да, угорайте что-то. Вы тоже станете когда-нибудь грустными, слепыми. Зато вы поугорали. На придурка Александр надо мной. Что-то здесь не то. Шестой, пятый, четвертый. Стою, не могу найти. Вот, правильно. Так. Теперь. Вверх. Перескочил через один лад. Фу, блин. То я уже все начинаю на спад. И ухудшение. Через полтора часа ухудшение идет. Сейчас. Уже путаюсь. Меня на гитаре учили играть с детства, еще прописи записать. Писателей из меня не стало. Литератор. Раз, два, 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 три, два. Вот. Правильно же? Да, правильно. Сейчас. Раз, два, три.
правильно. Расстроилась, может, пара. Ладно, еще раз попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Главное вот это задержать. Стоило, вот, то есть шестая струна, третий, четвертый лад.
40 минут, еще 20 минут осталось. Сейчас дотяну до 10. Боже, не надо. Деревяшка. Не надо, убиваются. Надо просто держать ровно спину. А, пробуй уже с открытыми глазами. Тяжело мне будет обучаться, потому что я в математике не силен. Обычно самые лучшие музыканты это математики. Матс-рок, математический рок. Там все выверено, идеально. Но зато, может быть, я смогу играть что-то абстрактное, такое, знаешь, новое что-то. Это мне долго нужно будет учиться, я смогу что-то, какое-то необычное звучание, может быть, принести. Благодаря тому, что у меня плохо с математикой. Хотя ЕГЭ я сдал один из лучших. Я даже не знаю, какой клад еще. Раз, два, три. Вот он, третий. Вот четвертый. Раз, два. Thank you.
чисто символически, потому что он кинул. На самом деле. Не просто, чтобы не мешался. Правильно, просто что-то звучание. Испугала. Короче, я сейчас тревожный человек. Схожу в больницу, иду и буду. И чтобы меня не было здесь. Ты или собираешься езжать к бабушке, помогая ей там перебить дрова? Да, поезжаю. Или сваливаю. Сваливаю. Сейчас я тревожный, извините. Да, я жалок. Мне любой может напугать, можете меня пугать. Мне вообще высокая честь. Да. Раз, два. Я просто сосредоточен, чтобы был. Ну, ты не можешь понять это, да. Смешно, да. Что ты снимаешься, это чушь. Ну так, легенькая,
своим детям так не говорит. Ходи за меня замуж. Я не курю, не пью, я через силу курю, пью, потому что мне было очень плохо. И у меня аллергия на это, кстати. Я физически не могу курить, пить. Хотя вряд ли ты выйдешь за такого замуж. Я объясню, почему потом. Есть такие блогеры, которые объяснили, почему женщины в России не выходят замуж за некурящих, непьющих и интеллигентных людей. Потому что они выбирают себе невменяемых каких-нибудь алкашей, наркоманов, чтобы ими каких-то контролировать. Ну не все, может быть. Может и не россиянка. У тебя другой менталитет, ты не хочешь себе невменяемого наркомана, алкаша, зэка. Хотя кто я такой? Я слепой художник, больной, ленивый, тоже не очень хороший вариант. Видишь, я ничего не умею, ничего не делаю. Себя, это самое, жалеть. А что ты подслушиваешь? Я слышу, стою в ванне, не хочу слышать, но все равно слышу. Хорошо, я не буду говорить. Сидит, жалеет себя. Это надо как же. Бабушка. Чуть подали отключили уже все. Да. А бабушка не жалеет? Мне нужно дела делать. Ладно, все, я молчу. Просто я устал, у меня нет таблеток. Я не буду жалеть. Почему? Я тебе правильно сказал. Меня воспитывала мама и бабушка. С чего будет они себя жалеть? Удивительный парадокс. Бандовый случай. Молодец, хорошо играет, хоть что-то пытаешься, ты хватит своего делать. Это нормально. А те, кто пьют, бухают, наркоманят, что распространено по России, это что? Они не жалеют себя. Они вообще не. Ни одного прощения, слова прощения не услышал. Была бы тут девушка, которая бы говорила слова прощения, а может она просто не живет.
я сейчас жалею себя там. О, получилось. Здесь минут еще осталось, я уже реально устал. Да, я жалею себя. О, 2 часа, что поиграл. Сейчас два часа 5 минут проиграю, просто я еще настраивал. Часы, короче, в очках играю. Ни одна девушка не захочет со мной быть, потому что я жалею себя, что я занудил, да. Все правильно. Девушка может жалеть себя, а парень нет. Нормально. Равноправие. Можно плакать, а парень нет. Это Россия. Это СНГ. Нормально. Мужчина выживает до 65 лет. Выгодно государству. Нормально все. Не будем говорить на эти очень хорошо. Вот 2 часа я сыграл, причем сухую вообще играл. Всего лишь один аккорд научился. Часа 5 минут поиграть, потому что первые 5 минут я просто эту фигню не настраивал.
было. Мне было так грустно, я сказал, взял его за плечо, он сказал, не устраивает, все будет хорошо. Вот так. Ну, я думаю, ей стало получше на душе. Ей действительно тяжело. Я помочь ей всего. Сначала я просто хочу прессовать хоть один день, хоть немножко. Короче, я свою норму выполнил, два часа играл. Два часа три минуты.